Родители мои любимые. Да-да, дочь наша. Помните, вы обещали мне самолет, где же он? Эх, ну что ж, наверное... Ну, ключ у твоего папика. Папик. Так, вот, с прошедшим днем варенья тебя. Как-то прошедшим, еще он идет, ну-ка. Ключик. Ну, просто на прошлый год он же тебя не поздравил вроде бы. Пап, как ты мог меня не поздравить на прошлый год? Да и на позапрошлый. Я вас люблю, родители. Обожаю да мы вас. Просто перепутали и три раза, кажется, твоего брата с днем рождения поздравили там в разные времена. Мы ну, просто тебя ужасные забыли. Родители. Пойдемте, покажите мне, где мой мы самолет. Мы тоже тебя любим. Ты же не знаешь, куда идти. Как ты так уверена? Ну, это уж точно не в доме, мам. Так, ну, само собой. На смотри, заднем дворе ты говорила. Не-не-не, стой. Что? Мне позвонили, сказали то, что нужно идти через этот темный, ужасный, страшный лес, чтобы дойти к самолету. А что это? Они... А что это за доставка такая? Они же обещали на задний двор, мам, пап, нас надурили. Так мы для тебя специально старались, чтобы сейчас, ну, по страшному месту пройти и прогуляться с семьей. А, ну да, это очень ужасно. Я вас люблю, родители. Мы так мало времени проводим вместе. Ну что ж, давайте прогуляемся по этому ужасному. Каждый день вместе, папочка. Пойдемте. Пойдемте. Надеюсь, нам недолго идти. Уважаемые пассажиры, мы добрали достаточную высоту для того, чтобы отстегнуть свои ремни безопасности и перейти в летательный режим. Туалеты находятся слева и справа в салоне. Приятного полета. Мамуся, это просто бомбезно. Я горжусь вами. Вы просто ужасные. Муа. Муа, родители. Кто-то вообще пристегивался? Нет. Ну и правильно. Странно. На ремнями, да. А еще у меня вопрос к тебе. А зачем ты таким дурацким голосом сейчас говорил? Мы же на самолете одни, это наш личный. Ну так, чтобы вы прочувствовали всю атмосферу полета. Папа, ну, ты просто ужасен. Да, чтобы семья была вместе и радовалась. А как вид из окна вам? Ну так. По-моему, уже отвратительный просто. Некрасиво. Просто отвратительный, ненавижу этот самолет. Мне тоже не нравится. А мне понравился. Ого. Ой-ой-ой, так нельзя делать на высоте, хорошо. Разгерметизация салона. Ой, доча, не пугай так. Все хорошо, папа, не бойся. Вау, куда это идет? Мама, а что это за лестница? У нас же для тебя подарки не закончились. И смотри. Какой же это подарок, мамусь? А, мы прилетели в зону как раз-таки с самолетами. Ты можешь все повзрывать? У тебя вроде бы базука должна была где-то в карманах заваляться. Конечно. Вы же мне подарили... Или это моя базука, не помню. Ну-ка. О, нормально. Ух ты. Так, а теперь давай целься в самолеты. Главное не в маму, а в самолеты. Давай, бомби. Так, ой, мимо. Еще раз. Сейчас все будет добрый, мама. Умница, дочка. Твою... Мам, у меня проблемы с меткостью. Все потому, что сейчас мало было. Мама тоже хочет попробовать. Можно? Сейчас я на нос самолета встану. А у папы немного... есть? Люблю своих девушек. А у папы девушек, есть? О, девочек. Мама попала. Так, мамусь, а папе дадим пострелять? Косые вы на самом деле чуть-чуть. У меня есть АК. Слушай, доченька, дай немножко ракет тоже. Дать немножко ракет, конечно, у меня их очень много. А у папочки нет. На, папочка, постреляй. А может вот эта вот штука сработает? Подожди. Давай, я из нее буду, папа, ты постреляй. Себя как раз таки. Давай, зажигай. Побежали. Не попадешь. Страшно, жесть. А мамуся, дай ракету, базуку, вернее, папе. Пусть постреляет тоже. Так, пускай вот держи. А я хочу вот этот самолет взорвать. О! Пап, сзади тебя ракеты, на. Так, да, давай сюда. А, не подскажете, семья, перезаряжать как? Просто нажимаешь. Ой, а у меня, кажется, ракеты не подходят. Они, кажется, от другой пушки. Можно тогда мне немножечко? Ага, ракет тоже. А, такая наводочка сложная. Сейчас попадим. Попадим. Видишь, так. Пап, ты тоже косой. Еще про нас что-то говорил. Не-не-не, смотри. Минус самолет просто. Ну-ка, папа давай. Знает, как стрелять из больших пушек. Ну, папа молодец так, а я промазала. Нужно повыше тогда взять. Сейчас. А что ты, дочка, не стреляешь? Это ж твой подарок. Мой подарок. Ну, папе тоже надо пострелять, а то что-то все мы... Я зарядил для тебя. Спасибо, папусь, так мило, что ты прям для меня зарядил. Слишком высоко. Нет, слишком низко, вернее. Да, сейчас, господи. Лучше давайте разбомбим ближние самолеты, так хотя бы попроще будет. Нет, я хочу попасть в ту большую цель. Опа! Они не долетают до нее даже. Ну, да, по всей видимости, не долетают. А ну, там еще вверх можно попробовать, я вижу там... С
самолет какой-то. Ну да, не долетают. Пипец. Ладно, пойдемте тогда обратно, пока нас всех не сдуло все-таки. Я понимаю, что если мы заболеем и нас продают, это как бы очень здорово, но все-таки мы не дома, а лечиться негде здесь. Папучек. Папуся, кажется, Анисю. Я думала, да, вас уже не излечить. Так, я пока что схожу, наверное, в туалет. Мамусечка, ты пипи пойдешь? Можно я с тобой? Да, конечно, заходи. Папусь, а ты иди... Нет, мам, я думаю, дверь, в принципе, лишние здесь. Ладно, мам, я нет, я вообще-то стесняюсь. Так, только ты самое главное. Мама! Ой, да в смысле? Мама! Там тебе нечего. Мама, нет, я стесняюсь папу. Ладно. Так, самое главное, чтобы она не нажала на... Господи, ох, вот эту кнопку. Да, да, мама. Да. Аккуратно, не нажимай, потому что тогда самолет полностью взорвется. Он заменитель. Вот. И мы умрем, поэтому не нажимай. Самое главное, не нажимай на эту кнопку, поняла? Хорошо, мамусь, конечно же, я не нажму на нее. Я просто пойду что-нибудь еще повзрываю. Что у нас есть на крыле тут? Ох, ну... Ой, видимо, а по крылу, видимо, главное, хороший. Не попади. А, по-тихому нажму, 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 нажму. Тихо, тихо, доча, стой, 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 стой. Ты она что, нажала? Кнопку нажала? Нажала, нажала, нажала. О, нет, нет, самолет взрывается. Скорее, в воду. Скорее, в воду. О, мамочка. От него ничего не осталось. Мамусечка. Все живы, все целы. Это просто ужасное день рождения в моей жизни. Плохо, что все живы и целы. Так, ну ладно, поднимаемся. Мамусь, 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 мамусь. Да. Это просто ужасный день рождения, я люблю тебя. Папусь, это просто ужасный день рождения, я люблю тебя. Вы заминировали целый самолет, который подарили мне, это просто офигенно. Да, кошмар. Только теперь вопрос, где мы и что нам здесь делать? Хороший вопрос, будем взрывать дальше. Ну, давайте прогуляемся, посмотрим, может быть, что-то сможем найти. Хотя бы связь поймать, ну, или с астралом, или с интернетом. И вызвать Uber, может быть, на этот необитаемый остров. Кстати, там... Смотрите, какие-то духи летают, призраки и люди. И ракеты летают, все какие нормально. Какие призраки и люди, мамась? Не поняла, о чем ты. Да вот. Ой-ой-ой, они, кажется, агрессивные. Кажется, агрессивные, сейчас их не будет. Опа. Ну, давай только не с базуки, хорошо? Мама, почему не с базуки? У меня ничего, кроме базуки, нету. Так давай мать тебе выдаст. А где? А чё ж ты подарки на день рождения не взяла? Да стой, стой, стой. Вот, бери бензопилу. Не стреляй. Бензопилу? Дай, мамусь, где бензопила? Может, с ними попробуем нормально пообщаться? Привет, народ. Вот, валяется в траве. Я глава семейства Адамсов. Да. Кажется, они агрессивны, да, и все на нас нападают. Я все их племя. Они агрессивные, мамусь. А у них ствол откуда-то, откуда? Так, дочка, давай. Всех бензопилой. Мамусечка, они агрессивные. Да мы очень поняли. Агрессивные. Так, надо подобрать за дочерью оружие. Нет, так. Не трогайте мое оружие, не трогайте. Нет, ну она с астрала сейчас в любом случае выйдет. Я нас уже так тут. Не убьешь. Родители, ну, вот, а давайте мое... Бензопила, бензопила, бензопила. Где они? Так, Орешек. У кого-нибудь есть вообще телефон с собой или что-нибудь такое? Конечно же нет, мама. Сэр. Ага, отлично. Тогда нам что, через связь с астралом о, выходить? Звоночек, звоночек, звоночек. Сыр-то говорящий. О, так давайте через этот сыр свяжемся как раз-таки опять же с астралом и вызовем Uber. Мистер Пакман. Мистер Пакман. Алло. Как там говорят? Дочка, иди сюда, хватит все взрывать. Мамусь, вы где? Я здесь. Дорогая, ты на самом деле лучше... Мам, смотри, самолет потек. Ой. Господи, это ж бензин. Небось он бомбанет и будет все очень плохо. Так, нужно скорее звонить в такси. Нужно надеюсь, его кто-нибудь ответит. Я звоню, если что, по сыру. Давайте, поехали. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Только ты в дырочки попадай. Какие дырочки? В сыре. Я пытаюсь попасть в эти дырки, мама, все очень сложно. Так, мы вам скинем координаты. Пожалуйста, приедьте, заберите нас. Мы непонятно где, в общем, ждем. Ну, я вызвала. За нами точно приедут, мамусь? Да, конечно, я думаю, они все поняли, я достаточно хорошо объяснила. А через ну сколько? Мы же на необитаемом острове, мамусь. Ну, на лодке, значит, приплывут, еще как-то. Так, ну я думаю, мы пока что можем и серию даже заканчивать, как вы считаете? Мамусь, это было очень глупо. Я тебя ненавижу. Хорошо, да. Мы будем заканчивать эту ужасную серию. Ребята, если вы считаете, что эта серия вышла просто ужасно, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать. И напишите, что она ужасная в комментариях. Да, именно ужасная. Именно напишите ужасно. Каждый комментарий, на котором будет написано ужасная, я лайкну лично. Мамочка, папочка тоже. Угу. Ох, да, ладно, да, да. Ребята, смотрите видео слева и справа, ведь они такие же ужасные, как и это. Ну, а с вами была Фласочка и...
Каспер. И... Неку. Всем пока, ребята. Пока. Всем пока.